Всем привет! Меня зовут Клава Кока, я музыкант и видеоблогер, и я здесь для проекта «Вместе». У меня было очень классное детство, я из многодетной семьи, из Екатеринбурга. В семье нас трое, мы погодки все. Поэтому сразу же, так скажем, закаляли мой характер, мои братья и сестры. Вот. Мне позволяли в детстве заниматься тем, чем я хочу. И дали возможность выбирать. То есть меня отдали в музыкальную школу, на сольфеджио. Ну, туда входил сольфеджио, хоровое пение. Также я занималась плаванием, ходила в художественную школу. Даже были занятия по фехтованию, по танцам. И, по-моему, был... Да, еще был английский язык. Ну, то есть мне дали полную возможность выбирать. И поэтому я росла очень счастливым ребенком. Родители старались давать нам все, несмотря на то, что у нас была, ну, обычная семья. Просто очень сильно нас любили. И не могу сказать, что потакали, но тем не менее, если мы чего-то хотели, то нас учили правильно идти к тому, чтобы это получить. Вот. И со временем, конечно, приходилось отказываться от неких секций, потому что их становилось очень много, они занимали все больше и больше времени. И пришлось выбирать, я выбрала музыку. Я училась в двух школах. Сначала я училась в городе Екатеринбург, а когда мы переехали в Москву, соответственно, закончила уже школу московскую. И на самом деле не было никаких проблем с обучением там. Я была отличницей до 7 класса, до 6. Ну, потом начался переходный возраст, и я поняла, что мне уже не так важны эти пятерки. И как раз в то время было известно, что будет работать система ЕГЭ, и, соответственно, эти пятерки уже не имели особого смысла. Но, тем не менее, успевала хорошо, и проблем не было никаких никогда по учебе. Отношения с одноклассниками у меня всегда были очень добрые, очень хорошие. Я была, не побоюсь этого слова, душой компании. Вот. Ну, как-то всегда веселилась, была очень задорной, но когда я недавно приходила в свою школу старую в Екатеринбурге, моя учительница сказала, что я была очень скромной. А у меня было всегда ощущение, что я всегда была вот такой супер-супер шебутной. Она сказала, что я все равно очень сильно поменялась. Слава богу, в лучшую сторону. Вот. Когда я переехала в Москву, в первый же день у меня завелось очень много новых друзей. Все как-то стали уделять мне много внимания, и там уже... Первый день до моего дома меня провожало 12 мальчиков. Это было очень забавно, и сразу же и с девчонками подружились. И мне очень понравилось в московской школе. Но я не могу сказать, что я была популярной. Просто так повелось, что я очень быстро находила общий язык с людьми, потому что я на позитиве, я никогда там не была той... Не была той, кто распускала слухи. Я старалась заступаться за тех, кто слаб. И я была довольно... Ну, у меня всегда был авторитет какой-то. Ко мне прислушивались, когда там у кого-то начались уже первые отношения, ко мне обращались как к психологу. Вот, то есть до такой степени. Но я всегда старалась всем помогать, всегда быть открытой к людям. То есть у меня это до сих пор сохранилось. Я очень всегда с распростертыми объятиями ко всем, кто приходит ко мне за помощью. Поэтому проблем не было, и было очень приятно, что... Не возникло проблем, когда я переходила из одной школы в другую. Они не появились где-то в одном месте. То есть всю свою жизнь как будто бы я их собирала по чуть-чуть. Очень много моих друзей в Екатеринбурге, но большая часть, конечно, в Москве. И так сложилось, что все мои друзья, они как-то связаны с моей творческой жизнью. То есть кто-то, например, фотограф, кто-то видеооператор. Кто-то, например, когда-то помогал писать мне музыку, или кто-то играл вместе со мной в одной группе. Наверное, 10% моих друзей не связаны с творчеством. Остальные все связаны с творчеством, и вот как-то их по крупицам вот так вот собираю. И собираю до сих пор. Но я очень считаю, что умею дружить. Если уж привязываюсь к человеку, то это уже надолго, навсегда. Но сейчас, к сожалению... Не так уже открыто к людям, не так им верю, потому что мир стал немножко другим по отношению ко мне. Ну, по понятным причинам. Тебе сложно различать, кто с тобой общается искренне, и кто хочет от тебя чего-то, ну, как-то тебе помочь, что-то с тобой вместе сделать, от тех людей, которые хотят там воспользоваться тобой, которые хотят что-то узнать, какую-то информацию, или просто... быть там, где есть какие-то лайки, подписчики, просмотры. Но это всегда так. Вот, поэтому сейчас очень тяжело доверяю людям. Очень устала в них разочаровываться в последнее время. Вот последний, может, год или полтора.
прям какая-то новая картина восприятия каждого человека, и я очень-очень осторожно отношусь к ним и очень тяжело подпускаю к себе. Поэтому все мои друзья — это те друзья, которые первыми ходили на все мои концерты, которые... Вот в зале было 10 человек, и это мои друзья, и моя семья. Никого больше не было. Это вот такие люди. И сейчас с трудом реально очень тяжело стать моим другом. Вот самая первая реакция, когда меня первый раз предали, она была такая, потому что я никогда не думала, что люди способны на такое. А сейчас я понимаю, что люди настолько разные, и настолько всегда ошибочное первое впечатление о человеке. Настолько ты не всегда можешь прочитать, что он хочет, что у него внутри, потому что люди, на первый взгляд, все хорошие, кажется. Когда ты к ним с открытой душой, они тоже тебе улыбаются, они тоже к тебе по-доброму и вроде как готовы помочь, но потом оказывается, что они такое могут натворить, что ты думаешь, блин, что же я такого сделал, что такие люди встали у меня на пути и так сделали больно. Но важно это пропустить через себя, и важно, чтобы эта ситуация тебя научила. Научила, во-первых, не быть таким, как этот человек, не поступать так по отношению к другим людям. Во-вторых, проанализировать эту ситуацию со своего, ну, со своей стороны и понять, что, опять же, не все так, как выглядит на первый взгляд. Ну и в-третьих, конечно же, постараться не уходить в себя, ну, то есть не грузиться по этому поводу, потому что ничего страшного не происходит, это жизнь, это нормально, черно-белая полоса, все. Все так и должно быть. А потом эта же ситуация, она всплывает и помогает тебе обойти уже какой-то следующий уровень. Не было такого, что я сидела, плакала и думала, блин, как я такого родилась. Ну, поскольку у меня не была никогда заниженная самооценка, потому что, ну, вокруг меня было много внимания, очень много. И я чувствовала, что, несмотря на то, что я не красавица, я это знала всегда, я смотрела на себя в зеркало, смотрела на фотографиях, и многое мне очень сильно не нравилось, но... Думала, ну ладно, меня просто бабушка всегда учила так, что все даже самое в тебе странное, некрасивое, это твоя индивидуальность. То есть если мы все сделаем одинаково себе носики, там, ротики, глазоньки, волосики, мы будем все одинаковые и ничего не будет. То есть мои поклонники, во мне сейчас очень, им нравится моя улыбка. Это очень многие об этом пишут, я не знаю почему. Но вот для сравнения, в подростковый период я стеснялась улыбаться, и мне она вообще не нравилась. То есть это же все живет в голове, и поэтому таких ситуаций было очень много. Я не стала зацикливаться, благо, потому что у меня была бабушка, моя семья, которые меня поддерживали и усердно говорили, что это классно, это красиво, это все какие-то шаблоны, по которым не нужно жить. Поэтому у меня есть какие-то небольшие комплексы, и есть они до сих пор. Я просто с ними живу и понимаю, как лучше встать на фотографии, как мне лучше краситься, как мне лучше, допустим, уложить волосы, чтобы этого всего не было видно. Потому что сейчас можно все что угодно поменять с помощью там, одежды, с помощью макияжа, с помощью волос, там, не прибегая никакой ни пластики, там, грубо говоря, и тем более к депрессии. Когда ты сидишь, думаешь, блин, какая я страшная, какая я некрасивая. Ну, это глупо. Это глупо. Надо, самое главное, это любить себя. Любить себя, какой ты есть. И тогда все полюбят. Вот на примере той же улыбки я это поняла. Как только я это приняла в себе, все начали говорить, что это вау. И когда тебе говорит об этом даже 1-2 человека, ты думаешь, на самом деле я не такая уж и стрёмная. Да, я помню эту ситуацию. У нас дома была большая ванна. Ну, поскольку у нас было трое, мы купались втроем. Большая была ванна у нас в детстве. Я помню этот день. Я сижу на этой ванной вместе с мамой. Вот. У меня был в руках желтый пакет с пупсиком. Я очень помню этот день, очень сильно, прям вот до мелочей. И я говорю, мамочка, я так хочу быть певицей, я там хочу быть как Алла Пугачева, я хочу петь. Давай там попробуем куда-нибудь, ну, пойти там в хор или на вокал. Вот. И я очень помню этот разговор. У нас уже тогда были танцы, уже была художка, уже было плавание. Вот. И мы пошли на хор пробоваться в детскую филармонию. Единственную в России, в Екатеринбурге, есть детская филармония. Вот, я помню, как меня отслушивали, очень сильно помню. Хор серьезный, очень серьезный. Ну, то есть мы занимали гран-при на всевозможные, в разных странах, мы постоянно гастролировали, и туда было очень сложно попасть. Вот, в младшую группу, естественно, меня принимали, и я пела песенку... Что-то... Какая-то песенка про щеночка, что-то... Мы нашли щеночка.
тяв-тяв, 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 тяв-тяв. Вот, эту песню я пела. Я даже записывала, мама вместе со мной записывала в блокнот все эти песни, чтобы не забывать. И меня приняли в хор, сказали, я хорошо там попадаю в ноты. Ну, потому что у меня мама занималась музыкой в детстве, она играла на фортепиано и пела. Папа всегда был музыкальным таким любителем, суперлюбителем, собирал там самые крутые пластинки со всего мира. Мы росли реально на красивой музыке, на крутой музыке, которой не было практически ни у кого в России. Вот, и меня приняли в хор, и тогда вот 4 года, это же тот возраст, когда ты впервые, наверное, начинаешь что-то осознавать и что-то помнить. И только тогда, вот тогда я поняла, что я хочу быть музыкантом. И всю свою жизнь я ни разу в этом не сомневалась. То есть, нет, был один раз, я всегда, когда ходила в школу, я проходила мимо палатки с цветами, там всегда очень вкусно пахло, и я думала, что если я не стану музыкантом, то я буду как эта тетя продавать цветы, потому что мне очень нравился этот запах. Типа, других вариантов не было вообще. Вот. Но я всегда была самостоятельной. Мне хотелось быть самостоятельной. А, конечно, если бы я не работала, то родители давали бы мне там деньги на какие-то мои нужды. Ну, небольшие деньги, естественно, как у всех школьников, но мне хотелось больше. Я любила деньги всегда. И в 12 лет я поняла, что я хочу записать свою песню. Нет, 13 лет. И нужно было как-то зарабатывать на это, потому что это было недешево. И нужно было искать любую возможность, за которую хочется, ну, любую возможность, чтобы ухватиться за нее. Вот. Иногда даже, знаете, у меня была карточка такая на метро школьная. Она стоила 350 рублей. Вот. Я раздавала листовки на улице у метро. И по этой карточке можно было кого-то проводить раз в 7 минут. Я заходила в переход, вставала в очередь, в конец говорю, я могу без очереди вас за 50 рублей провести. Вот, проводила, потом 7 минут раздавала опять, потом опять в метро, и вот так зарабатывала. И тогда меня в первый раз в милицию забрали. Вот. Ну, поэтому было весело, реально было весело, я ни о чем не жалею. У меня были деньги на то, чтобы работать с какими-то аранжировщиками, пусть очень простыми. Тогда там за песню я платила, по-моему, 4 или 5 тысяч рублей, чтобы мне помогали делать аранжировку. Меня, кстати, очень много раз кидали. То есть я платила деньги, а мне давали какую-то минусовку, которую просто скачивали с интернета. И я это только потом узнавала. Это было очень больно. Вот. И с тех пор я стала сама писать песни, чтобы не получать граблями по лбу. Вот. Как правило, это была моя семья. И я сама себе. То есть я, несмотря на то, что я довольно открытая, я все равно не доверяю, никогда не доверяю свои самые тяжелые там моменты, самое личное, никому не доверяю. Я сама через это, я сама это проживаю, сама через это прохожу. То есть, наверное, все мои знакомые, они доверяют своим друзьям, своим лучшим подружкам. Ну, у всех есть лучшая подруга, например. Или там лучший друг. У меня не было никогда. То есть я всегда сама как-то это анализировала, понимала. Не было человека, который из друзей, не из семьи, который мог бы мне как-то в чем-то помочь конкретно очень сильно. Были такие люди, которые давали мне совет, и которые эти советы мне как-то помогали. Но не было такого, что человек меня вытаскивал из ситуации. Мне приходилось самой это делать. И я очень рада, если честно. Потому что сейчас я не нуждаюсь в ком-то, кто помогал бы мне там проходить через какие-то сложные ситуации, которые, ну, внутри меня происходят. Поэтому все классно. В 6 классе уже у меня был первый парень. Ну, такие, конечно, были детские отношения. Он меня провожал до дома, мы ходили за ручки, мы гуляли. Благодаря этому человеку я стала писать стихи, потому что он писал стихи о любви. И я тоже писала, ну, потому что, типа, я думала, он пишет, наверное, все пишут, наверное, мне тоже надо писать. И тогда у меня проснулся талант писать. Я не знаю, если бы не тот парень, может быть, и я бы никогда не стала писать и песни, там, и стихи. В какой-то момент это прервалось, потому что мальчик танцевал, он уехал на гастроли и целовался с другой девочкой. Меня это очень ранило. А со мной он даже не целовался так по-взрослому, но по-настоящему. Я такая, типа, думаю, ты чё? Я плакала, мне было больно. Ладно, потом я его простила. И это была моя большая ошибка. Я никогда не буду прощать измены больше вообще. Это, наверное, точно. Вот, потом мы еще какой-то момент встречались, и потом я переехала в Москву. Потом у меня был новый мальчик. Он был красивый, очень взрослый выглядел, хотя он был меня младше. Это была моя большая любовь, большая неразделенная любовь. То есть если там было все по-детски, конечно, я переживала, но это было не так.
то здесь просто мы встречались 4.5 месяца. Я была в 7 классе, он был в 6. Но он выглядел взрослый реально. Он выглядел лет на 16. Ну, он такой был с ирокезом, в таких шузах, такой с прессом. Ну, такой. Он был очень застенчивый, но я надеюсь, он посмотрит это видео сейчас. Так вот, я уехала в Екатеринбург к бабушке на неделю. Я приезжаю, и со мной как бы он не общается. Вот, он мне не отвечает. Мы были в одной компании, там он как-то сторонился всегда меня. Я выполняла роль мужчины. Я ему рисовала граффити у подъезда. «Я тебя люблю». Я передавала через его маму ему всякие подарки. То есть я еще где-то год, наверное, год, я постоянно ходила за ним, постоянно писала ему, постоянно пыталась как-то пообщаться с ним. Он мне даже ничего не мог этого сказать в лицо. То есть, как так может быть? Вот, и целый год мне было так больно, у меня болело там все внутри, душа болела. Ну, это было по-детски, наверное, но тогда я впервые поняла, что, блин, люди, что с вами не так, что с вами происходит вообще. Особенно там такая ситуация, когда тебе 13, ты вообще там не знаешь, что такое секс, ну, условно. Это было очень больно. И, ну, сейчас он, конечно, понял, что он дурак. Вот, но, тем не менее, это была такая моя первая неразделенная, мега неразделенная любовь. Помогали отвлекаться разные там общение с друзьями, музыка мне всегда во всем помогает, какие-то там новые знакомства и так далее, работа, в конце концов, школа. Вот, а потом там я еще раз влюбилась, ну, года через 2, наверное, через 1.5, может быть, но у нас ничего не было, просто влюбилась. И как потом оказалось, влюбился этот парень тоже в меня. Мы очень сильно дружили, было все как реально, как в фильме, как в кино. Но я не понимала, нравлюсь ли я ему, и он не понимал, нравился ли он мне. И так получилось, что мы не сказали друг другу об этом, это было очень, какие-то очень сильные чувства. А потом, спустя 2 года, он мне сказал, что я тебя тогда так любил. И я говорю, а я тебя знаешь, как любила? А вы даже не были вместе, это так грустно, и с тех пор я стараюсь говорить о том, что чувствую. Даже неважно, типа, говорю ли я об отношениях или о дружбе, или о чем-то еще. Допустим, вот я вижу человека, мне нравится его чепчик. Я скажу ему, что у тебя классный чепчик. Там вижу другую там девчонку, скажу, если у нее классная, там, не знаю, джинсы, обувь, улыбка, неважно. Я говорю комплименты, потому что какой-то позитив внося, ты ничего не теряешь. Ты, наоборот, делаешь человека чуть-чуть более счастливым, и он на этом хорошем настроении сделает кого-то еще счастливее. И тот человек, ну, то есть заряжает надо всех добром, и это очень важно. И говорить всегда о том, что чувствуешь, это тоже важно. Я говорю, у меня не было такой депрессии, что я сидела бы там 4-5 месяцев в слезах дома, у меня были какие-то серьезные психологические расстройства, такого не было. И даже как бы не было тяжело, я все равно довольно быстро отвлекаюсь. Вот я вчера писала у себя в Инстаграме, что у самых веселых людей самая грустная душа. Вот, вроде бы ты такой веселый, а внутри, ну, тебе тяжело. Я уже тоже говорила, что я довольно все равно одинокий человек, и все равно сама через все это прохожу. Об этом даже может вот никто не знать абсолютно, но я что-то внутри переживаю. Вот, поэтому депрессии нет, не было. Я, конечно, ставила себе в ICQ статус депрессии, когда он меня бросил. Вот. Но это все прошло, это все был детский период, и оно там останется, и будет все равно есть какие-то светлые воспоминания с этого. И ошибки, которые были допущены, они останутся там. Ну, с родителями у меня всегда все было хорошо, честно. Меня всегда там поддерживала мама, всегда папа поддерживал, до сих пор поддерживает. Они в теме всего, что происходит в моей жизни. Брат, сестра тоже, там бабушки, дедушки, тети, дяди. Ну, все знают, что со мной происходит. Они знают, куда я хожу. Они там слушают все там мои эфиры. Мам, пап, привет. Они знают, где я, с кем. Они знают моих друзей. То есть у меня никогда такого не было, что я сбегала из дома, что я там с ними сильно ссорилась. Ну, все ссорятся, но не было такого, что это была какая-то ненависть. Это были какие-то слезы и депрессии, как вот у многих бывает в переходном возрасте. Но это во многом их заслуга, во многом их заслуга моего характера, моего там какого-то стремления, того, что я занимаюсь
то, что я занимаюсь тем, чем я хочу, это тоже во многом их заслуга, потому что они мне дали возможность выбирать. Вот. Поэтому я очень рада, что вот у меня такая семья, потому что, ну, самое важное в моей жизни — это семья все-таки. И ближе никого нет. Ну, это как бы понятно. Друзья, друзья, коллеги, коллеги, там какие-то увлечения. Но очень рада, что вот у меня именно такие близкие люди, которые могут всегда найти правильные слова, которые всегда могут подсказать, которым не страшно что-то доверить. Вот. Это круто. И очень важно всегда общаться со своими родителями. Нельзя делать так, чтобы у вас жизнь происходит, а они не в теме. Потому что вот происходит это отделение, потом недопонимание, потом «ты меня не понимаешь, это ты меня не понимаешь, мы с тобой даже не общаемся». Так не должно быть. Все должны, родители должны общаться со своими детьми. И у всех там в переходном возрасте, это особенно важно. Очень сильно, чтобы был взрослый человек, а не твоя подружка, которая тебе скажет: «пошли вены порежем, пойдем бухнем». Пошли там, попробуем что-нибудь, а вон пацаны пошли к ним там. Ну, так, такого не должно быть, это нельзя вообще. Нужно, чтобы был всегда взрослый человек рядом. Если вы чувствуете себя, что ваше призвание быть, я не знаю, условно артистом, то кто бы ни говорил, родители, друзья, враги, педагоги, что это не ваше, нельзя предавать это. Потому что если мы не будем делать то, что мы хотим, мы не будем счастливыми. И как раз-таки путь, он зарождается с переходного возраста. Здесь самое важное — послушать себя. Если ты чувствуешь, что ты пока не определился, ничего страшного. Это нормально. Многие люди определяются после 20, после 30 лет. Это абсолютно нормально. У кого-то призвание, например, быть хорошей мамой или хорошим отцом, или опекать животных. Это тоже призвание. Поэтому, ну, важно все-таки, если ты чувствуешь, что тебе нравится что-то, нельзя слушать здесь никого, даже самых близких людей. Потому что самые близкие, их мнение является очень важным. Но здесь важно слушать себя, очень важно. Это первое. Второе, нужно хорошо учиться. Как ни крути. Потому что как только я начала забивать на какие-то предметы в школе, там после 8-7 класса, я все равно, я была таким ребенком, который вроде бы получает пятерки, но который ничего не делает. Это было про меня. То есть я где-то списывала, где-то благодаря своим каким-то знаниям, эрудициям, благодаря тому, что я умею болтать, я всегда выкручивалась. Но понимаю, что в будущем, так или иначе, очень важно быть образованным, подкованным, стараться больше читать, стараться учить английский. Это очень важно. Относиться к образованию не так, что «ой, пофиг, я сейчас спишу ЕГЭ, спишу там еще что-то, спишу контрольную». В будущем оно дает свои какие-то такие нехорошие плоды. Ну, конечно, блин, если бы мне это сказали в 13, я бы сказала: я сама знаю, что мне делать. Но это важно, как ни крути. В-третьих, очень всегда благодарить. Это очень важно. То есть если в твоей жизни происходит что-то хорошее, нужно благодарить того человека, кто это сделал, либо тот случай, который ты сделал. Нужно всегда чувствовать то, что ты благодарен. Это очень важно. Как только ты перестаешь ценить, все благодаря чему ты рос, оно обрушивается, и ты тоже падаешь. Я съела на этом. Очень наелась прям. Вот нужно благодарить, это очень важно. Будет трудно, но не сомневайся, то, что ты на правильном пути. Потому что меня очень останавливало то, что я думала, что я иду, возможно, неправильно. Но жизнь выводит всегда. Даже если ты заходишь куда-то неправильно, она тебя выведет на твою тропу. Не надо ничего бояться, это надо рисковать и жить на полную. Я ни о чем не жалею, что было в моей жизни. И даже если бы я что-то сказала, я бы не послушала эту взрослую Клаву. Я сказала: «Клава, я сама знаю, что мне делать». Правда. И это хорошо, потому что когда тебе кто-то это говорит, ты вообще это не так воспринимаешь. Как только ты через что-то проходишь, ты понимаешь, ну, возможно, кто-то был прав. Но только тогда ты это понимаешь, когда ты сам это прошел. Благодарить. Второе. Не предавать себя и свое призвание. Третье. Относиться к людям так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе. Но это очень важно. Это прям вот 100%. Четвертое. Нарожай детей, не забудь. Не знаю, больше работать.
Я люблю работать. Очень люблю. И даже когда там на износ идешь, мне все равно нравится. Поэтому, Клава, давай, не подкачай. У меня на тебя большие планы в будущем. Поэтому все будет классно. Надо верить.